Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Средокрестие, это среда на серединной неделе Великого Поста, и в народе считали, что пост переламывается. И в этот день в некоторых традициях России, в том числе в Прикамье, готовили обрядовое печенье, которое получило название кресты. Крест – половина поста, треск. Обычно так говорили вот про этот день и про то печенье, которое готовили. Готовили его из такого же теста, из которого обычно выпекали хлеб. И я вам покажу то, как делали кресты в Кудинском районе Пермского края. И, конечно, еще с крестами связаны ритуалы, потому что в крест запекали разные предметы, и тому, кому попадется тот или иной предмет, по нему определяли, какое у него будет будущее. Ну и для изготовления крестов надо нам из теста скатать две такие колбаски. В Кудинском районе кресты достаточно простые, всегда готовили, то есть без особого. И вот, в общем-то, такой вот крестик, да, который можно потом уже запекать. Сейчас мы приготовим с начинкой. И положим монеточку, копейку. Этот крестик у нас будет богатство. В следующий крестик мы положим зернышки. Кому выпадет этот крест, к урожаю. Надо еще их заметить после того, как они пропекутся. Положили мы туда зерна полбы. То есть, кому попадет этот крест, тому будет урожайный год. Следующий крестик мы сделаем с изюмом. Это будет к сладкой жизни. И изюм кладем. И в последний крестик мы положим перец. У того будет с перчинкой. Перец положили. Ну вот и все. Наши крестики готовы. И можно их ставить в духовку. Ну что, наши кресты испеклись. Теперь можно на их брать, ломать, смотреть, какой жребий кому выпадет, кому богатство, плодородие, кому сладкая жизнь. И потом можно с ними их скушать и попить чай. Ну вот мне попал со зерном, зернышками крест. Богатому урожаю.